Так, народ, смена обстановки. Вас уже, наверное, зал замучил. Да? Ух ты. Ну вот, кто хотел, посмотрите машину. Вот. Дорога. Нет. Блин, не видно. Ну давай перестраивайся. Range Rover. Сейчас. Сейчас будет как ты любишь, не пристегиваться. Не надо, я спокойно пойду. А то я как-то это уже начинаю немножко, знаешь, это. Напрягаться, когда вот это начинает движение. Да не, я не буду. Я уже думаю, за что, за ремень хвататься или за. Нет, суперчардж. Range здоровый суперчардж. Просто с этим сибаровским движком. Кузов как ВОК. Старый кузов 2006 года. ВОК здоровый. Но из-за того, что здесь стоит суперчардж движок, он, видите, суперчардж там написано. Что сделать? Не буду я это впуливать. Приветик. О, Игоревна здесь. Кто? Виктория Игоревна. Это подруга Пули. Так. Ну, подруга Пули, да? Тут уже отвечают. Так, нам, по-моему, вот сюда надо. Так. Так, ну что, народ, вы там заняли место-то и в Якитории, нет? Мы это едем уже сейчас, через 5 минут будем. Так, что, блин, зима, снег выпал еще, ё-моё. Сделай потеплее, что замерз. Потеплее? Попу подогреть? Не, попу не надо. А что, печка фигачит? Ну, не знаю, руки. Печка фигачит. Что, прогрелась уже? Пули, и дура. Да. На ночь кушать вредно? Это мышкачки нам всегда. Мы круглосуточно едим. Да? Маська тоже. Маська тоже качок, у нее есть банка. Маська банку покупает. Две банки. Две банки. Да, две банки. Вот. Качки мы едим всегда. Две банки с протеином. Нет, у тебя банка с протеином одна. И за 100 сегодня ей привезли. Банановый вкус. Кто-то сомневается, что кто такая Мася? Вот Мася. Я инкогнито. Она спряталась на инкогнито. Да, я спряталась. Кто такая? Вань, ну ебани, дай послушать. Да, я хотел, кстати, сюда трубы поставить. Дорога стрёмная. Я не пристегнута. И Мася не пристегнута. Так что. Я ругаюсь вообще. Она ругается, да. Да, Range Rover. Ну мы уже приехали, блин, и пульнуть-то негде. Пусть послушают. Ну да, 400 кобыл приятно звучат, на самом деле. Да ты кайфуешь, ты просто у тебя там все. Нет. Да, чего ты. О, завтра будем болеть. Завтра или послезавтра, да, они выступают. Я буду болеть. Кто за выступает? Обоих. И за Шабуню, и за Фатеева. Где выступаем? О, придется через шланг переехать. Оп. Оп. Вот сюда, ко входу. Совсем нагло. А вот здесь, да. Давай поближе, мне холодно. Блин, здесь торчать я буду очень сильно. Дерево. Ну, займи так вот поперек. Нет? Да тут места полно вот здесь. Там дерево, и не, ну, торчать будет сильно.
просто холодно. Ну, посиди, погрейся сейчас. Так, мы приехали вон, блядь, не видно, вон. Короче, Якитория написано, так светится, блин, жесть. Чё, народ, как дела? Не спите? Время, кстати, 5 минут первого. Блин, кондиционер улетел. Ой. Да, у меня кондиционер щелкает иногда. Маська, кто тебе? Кто там так интересуется? Сергей Чупров. Маська вот. Ну, надо. Дайте посмотрю. Меня не надо. Я... Да, все? Нет, меня сейчас не надо снимать. Нельзя? У меня кондиционер щелкнул. Мне нельзя. Кто в теме, тот знает, почему нельзя. Я уже столько раз спалился. Не видно. Давай я тебя поснимаю. Не надо? Сейчас ему так перекушим. А так темнота полная вообще. Так, ну-ка. О, свет. Мы как идем? Нет? 5 кондёр, да. Да-да. Я скоро выключу кондиционер. Все, хватит уже. Насколько скоро? А насколько скоро? Да. Ну, скоро уже. Все, уже. Хватит. Я по поводу трансляции не знаю. Вы про Леврон Классик, да? Даже не знаю. Возможно, Time and Draw, по-моему, сайт. Time and Draw. Знаете такой? Ну, bodybuilding.com, может быть. А может быть, не будет. Нет, возможно, будет либо Time and Draw, либо bodybuilding.com. Он ли фотки? Ну, в любом случае, на... Как он? Muscular Development. Что завтра не вступает? Что за турнир? Development. Там в онлайне фотки появляются прям. Я не часто. Ну и Стлапс, наверное, тоже будет, да. Да там сейчас начнут группы сразу. Просто те, кто прошаренные на Muscular Development, короче... Слушай, тепла вообще нет. Есть это, как они называются, все фотографии выкладываются, они заливаются, они прям фотографируют их, они заливаются по-быстрому. И народ их оттуда тырит и в группах уже ВКонтакте там раскидывает. Ну надо посмотреть трансляцию. А там в любом случае по времени будет... Нам неудобно, наверное. Трубку? Не надо мне ничего дарить. Я завязываю с никотином. Вот. Никотин, кстати, ускоряет обмен веществ. Возможно, поэтому я сухой всегда. Сейчас все закурят быстро. Сейчас все закурят? Да, ты что, понял, давайте, ребят, что по сказал? Одной покурим на ночь и спать. Что, есть у кого сиги там, нет? Ага, о, да тут народу-то курильщиков. Это одни куряги? Там одни куряги. Я думала, одни спортсмены. Они только меня это самое поносят, сидят. А сами там, пока трансляция идет, по полпачки, наверное. По полпачки, наверное, садят, пока трансляцию смотрят. ЗОЖ, дуем не спеша. Да я и не удивлюсь, если там кто-то поддувает. Не, я не советую курить вообще, это очень плохо. Это мой бич. Я не пью вообще. Девочкам вообще противопоказано. Девочкам курить. Вообще... Просто запрещено. Просто, да. Блять, ну да, я 20 лет курю. Реально, 20 лет. Ты бросал курить когда-нибудь? Бросал, на полгода бросал, на год бросал. А смысл? Я просто не понимаю, если не знаю. Ты прошел этот этап. Я когда к Арнольду готовился в 2013 году, я что-то помнишь, не курил? Я помню, да. В Алексе еще когда ходил, вот тогда. Я просто смысл не вижу, пройти вот этот этап сложный, да, переломный момент, и взять опять вот так вот себе все усложнить.
Мне этого не понять, я никогда не курила. Ну и правильно. Вообще сигареты вонючие. Нет, бухать не по пятницам никогда не норм. Не надо этого делать. Я считаю, что бухать это вообще плохо. Очень плохо бухать. Это нехорошо. Вино, ну блин, если вы реально для там здоровья, там бокальчик вина и спать, это одно дело, а да? У кого-то бутылку считают и мало. А у кого-то здоровья. Бутылка для здоровья и мало, да. Я вот, например, против, чтобы Мася вообще употребляла даже пол бокальчика. Потому что на женском организме не знаешь, как это скажется. Сухое прямо. Я не знаю вообще вкусов вина, потому что я их никогда не пил. И мне если не лезет. Я не понимаю. То только сухое. Я вообще в алкоголе ничего не понимаю. Я даже не знаю названий. У меня, знаете, проблема, когда меня просят купи там куда-то вот в гости или еще где-то, знаешь. Ты, по-моему, знаешь, что такое виски? И у меня проблема, блядь. Какой-то, ну, в подарок взять или что-то. У меня паника. Я обычно беру подороже, чтобы не ошибиться. Ну, реально, там, что-нибудь смотрю, ценовую политику, там, допустим, вино, там, от 200-300 рублей пошло, да, там, 500. Не знаю, я видела в Ашане вино за я где-нибудь тысячи за полторы, там, найду бутылку, ну, в плане, там, презента, и, как бы, ну, не знаю, хотя бы не дешевое. Я потому что вообще не понимаю ничего в этом, ни в водке. Я знаю, что, я водку брал Абсолют. Я знаю, что вроде слышал, что Абсолют, типа, это круто, ну, хуй, она не дешевая, вот. Поэтому я в алкоголе вообще не разбираюсь. Я не понимаю, почему вообще принято дарить либо какие-то конфеты, либо алкоголь. Мне бы приятнее было с каким-то там ананас мне подарили, нежели конфет. Не знаю, килограмм яблок, чем шоколадку. Ну, может, я так рассуждаю одна. Мне эти шоколадки, конфеты. Ну, не принято. У нас с тортами ходят. Да, вот эти торты. Когда, знаешь, когда у меня поэтому вся страна цивилитная. У меня когда клиент приходит с тортом, ну, блин, я по себе думаю, ну, спасибо, конечно, но лучше бы какие-нибудь фрукты купил. Или пуэрчик хороший в подарок. Да. У нас вся страна целлюлитная, потому что все, блядь, бухают, торты жрут и дарят друг другу, да? Да. Вместо того, чтобы взять, купить ананас. Вот ананас, я серьезно. У меня был какой-то клиент, говорит, а как вас отблагодарить там? Ну, не все же любят торты, алкоголь. Я ему сказала, говорю, килограмм черешни, персиков. Он просто приходит с огромным пакетом, ну, приятно было. Да на самом деле... Потому что эти торты, я их отдаю, я их не ем, они мне вообще не нужны. Нет, мне на самом деле правильно кажется, вот если ты идешь кого-то, ну, поблагодарить в какие-то там структуры, там, да, но обычно у нас привыкли там шоколадку, либо торт, либо бутылку. Блять, принеси килограмма три черешни, там, ананас какой-нибудь, или, ну, нормальных таких... Хороших фруктов. Хороших фруктов, да. Не сезонные яблоки, да, блять, да, ну, что-нибудь такое... Не, ну это я эффектно, считаю, представляешь, что... ты приходишь с таким большим ананасом. Это будет уже не Россия тогда. Это уже будет не Россия. Вот. Мы не по-российски мыслим? Да. Ну я, например, ем птичье молоко с халвой. Но он эксклюзивный. Дома ждет эксклюзив. Эксклюзивный такой торт, который я единственный особо. И медовик от Палыча еще мне нравится. Вот, поэтому это я могу себе позволить. Но это чисто такой... как это назвать, определенный, может быть, фетиш у меня такой вот в плане. Я очень люблю торт от Палыча, медовик и птичье молоко с халвой, но только одного производителя, я не помню меня какого. Слышишь? Я слышу, Мачка сюрприз мне приготовила. Я типа ничего не знаю. Да-да-да. Спокойной ночи, Фафома. Сейчас еще это... суп есть. Мы сейчас идем суп за су есть, да. Вот. Так что согрелась. Я что-то уже из машины выходить не хочу. Слушай, почему здесь тепло не идет? Объясни мне. Да никакие, бросаю я. Спасибо. Так, ну что, мы пойдем? Ладно, ребят, у нас как бы пятница, нам нужно пообщаться, немножко личное уединиться. Время. Личное время настало. Спасибо вам, что вы все самые преданные, все здесь. Вот, спасибо большое. Вот. Давайте до завтра. Но завтра. У нас в воскресенье очень интересный день будет. Куча съемок, там ко мне гости приезжают. Я уже не помню, что-то столько народу там должно приехать, я уже не помню кто. Вот. Очень интересно. Так что
Давайте, счастливо, ребят. Всем пока. Спокойной ночи. А кому-то приятного аппетита, творога.